Добрый день, дорогие друзья! У вольера Прайда Чука. Обратите внимание, кто наверху лежит. Лежит львица Любаша. Теперь становится понятно, кто вожак в этом вольере. Или, может, наоборот, Любаша спряталась на вершину, чтобы кавалеры не досаждали ее своим вниманием. Тут одно из двух. Ну, хотя на самом деле вариантов может быть много. Просто Любаше захотелось посмотреть с высоты на происходящее в саванне. Вот наши богатыри, белые братья. Обратите внимание, друзья, что здесь, в зимнем вольере, они живут дружно. Свежих царапин не наблюдается, а старые шрамы, наоборот, уже заживают, затягиваются, что скоро останется от них едва заметный шрам. Но шрамы, отметины, остаются, потому что для львов, как и для мужчин, шрамы только украшают. Вот, друзья, здесь, в этом вольере, тишь и гладь. Единственное, что кое-кому хотелось бы выйти на просторы крымской саванны. Уже это пространство, видимо, тесновато. Но это не удивительно, потому что они привыкли за несколько месяцев к саванне, к ее огромным просторам. И, конечно же, их тянет на эти просторы, на эту скалу славы большую. А вон там, о, ветер, ураган свалил слона. Вон там строятся вдалеке какие еще более грандиозные скалы славы. Лежат, отдыхают, набираются сил, восстанавливают все мышцы, перегруженные суставы, связки, потому что в саванне у них большая нагрузка на скелетно-мышечный аппарат. А здесь за зиму они хорошо восстанавливаются, потому что меньше двигаются и меньше посетителей, поэтому рацион у них более такой умеренный, скажем так. Нет, излишки веса уходят, львы приходят в хорошую физическую форму, и таким образом зима в этом плане восстановления и львам хорошая. И саванне. Саванна тоже восстанавливается от львов, хотя их в этом прошедшем сезоне было не так много в саванне, но тем не менее все равно нагрузка на растительность, на дерн есть. Вот, друзья, если бы львы жили постоянно в саванне, допустим, вольеры были бы открыты, то все равно и они бы много бегали зимой, и саванна бы вытаптывалась. А зимой она наиболее уязвима для вытаптывания, потому что вы знаете, что восстановление в тундре, если, допустим, наступит человек, там восстанавливается дерн намного дольше, чем это, допустим, в том же Крыму, где наступило, к вечеру уже и незаметно, что туда ступала нога человека, а там след остается несколько дней. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Не забывайте подписываться на канал, делиться ссылочками в своих соцсетях. Всем мира и добра.